Честно, даже не знаю, кого выделить из фаворитов. И тут 15 номер Милоки забивает 2 очка. Петров Максим. Недоцуков Никита не попадает, к сожалению, из-под кольца. Егоров Антон с дальней. Егоров Антон с мячом. Будет начинать атаку. Антон с дальней попробует второй раз и забивает 3. 2 из 2 у него с дальней позиции. И тут забивает. И игроки Memphis Hustle не попадают, к сожалению. Зато тут... В атаке Милоки опять потерю делает Кач. И 2 очка реализует. Атака за Милоки. Егоров. С дальней попробует. И 3-я 3-очковая подряд. Нагорный. Обратно на Литасова. Литасов. Останавливается. Петров на Егорова. Будет ли 4-я? Бэнг! Забивает! Первый. Реализует. Евгений. С дальней бросает 37. Милоки находит для себя 13 номера. Сжигалка Илья. Далее на... Не видел. На 77-го и... С дальней 37-й повторит. Нет, не повторяет. Быстрая атака, недоцуков. Надо забивать. Забивает 2 очка. Одна атака. Вожаев. Тут недоцука отставили. Недоцуков. 3. Бэнг. Забивает 3 очка. С дальней Лев бросает и забивает 3. Евгений. Под кольцо на 77-го. Баранов. Далее Вожаев. 3. Бэнг. Забивает 3. Вожаев. Юрий сфалил, конечно, недоцуков. Никита у нас пробивает 2 шарфа броска. Первый реализует. А второй тоже реализует. 6 очков разница. Потихоньку подкрадывается Мемфис. Уже 4 очка разницы, я заметил. Евгений забивает шарфной бросок. Базыкина тут Ютландов с дальней, со средней, извиняюсь, Ютландов подбирает мяч, Ютландов 2 забивает, с мясом кладет, Егоров, Ютландов, Ютландов со средней забивает 2. 7 минут у нас прошло от второй четверти, Егоров забивает первый. Забивает первый. Хороший у него бросочек поставленный. Егоров и забивает. Не попадает сжигалка Илья. Хорошая передача на Нагорного от Баранова. И 29 у нас счет. Потихоньку подкрадывается Мемфис. Базыкин. Базыкин какой-то непонятный бросок забивает. Не забивает. Зато забивает второй штрафной бросок. Но останавливается Егоров. Константин 3 забивает. 30-31 уже при... Баранов. Со штрафных бросков. Баранов первый реализует. А второй реализует. Филатов со средней мажет. Базыкин с мячом. Базыкин проходит и забивает. Базыкин ищет дальнейшее развитие событий. Ютландов продавливает и забивает. Тяжелые 2 очка, я считаю. 35-32 у нас счет.
Евгений. Базыкин, Базыкин продавливает и забивает. Опять же остается, находит для себя Петрова Максима. Петров в проходе. И Ютландов забивает два. Быстро атаку разводить. Нет, никуда не торопится Евгений. С дальней будет ли три? Бэнь, забивает три. Поехали, Евгений. Будет ли три? Нет, отдает на Уважаю. Уважаю со средней. Бэнь, забивает. Да, два очка все-таки. Забивает первый. Забивает первый. И второй. И второй. Милоки. Литасов. Литасов находит скидку под кольцо. Ютландов со средней забивает два очка. Дальний. Будет ли три? Мажет. Нагорный на подборе. Нагорный борется. Хорошие показы. И забивает два. Молоко. 5 очков разница. Недосуков. С дальней будет ли 3? Пейн забивает 3. И Шагаев Павел с дальней забивает. Подборе. Идет в проход Егоров. Неплохая вроде бы скидка, но не дошла она. И забивает два очка. Ютландов. Находит Егоров. Егоров. Хорошая передача. И забивает два очка. Находит Ютландова. Ютландов. На Егорова. Егоров. Два с фолом забивает. Ютландов там мешкается с мячом. Как же борются ребята. Ютландов с фолом забивает. Егоров находит Петрова. Петров со средней забивает каким-то образом. Пожаев пытается найти скидку, находит Нагорного. Нагорный в проходе забивает. Егоров. И забивает два очка. Жесткие ребята. Жаев просто, мне показалось, чисто в мяч играли. Но, возможно, я не прав. Судье виднее. Евгений, первый свой бросок, забивает. Он не реализует. Но все равно атака остается за Мемфис. Тут Маронов с дальней! Забивает на горы и забивает. Ютландов три очка. Очередные для себя очки набирают. 45-й. Три очка. Какие-то неполадочки сейчас возникли. А, два штрафных броска. Забивает первый. Два штрафных броска. Забивает первый. Токарев Стас. У нас остается полтора минуты до конца. И Евгений никуда не торопится. Ой-ой-ой! Евгений, будет ли три? Забивает три! Баранов. Евгений под кольцом два забивает.